Здравствуйте. Меня зовут Бенягуева Орли Вячеславовна. Я врач отделения профилактики в первом филиале 43-й поликлиники. Сегодня поговорим еще раз про солнце и про летние каникулы. Собираем детей на юга, собрали чемодан, положили солнцезащитный крем. Надо подумать про очки. А нужно брать детям очки с собой или нет? Давайте разбираться. А вы знаете, что в первые 10 лет жизни хрусталик наиболее чувствителен солнечной радиации? Поэтому не зря офтальмологи считают, что 40-минутное пребывание на ярком солнце приравнивается к 2,5 часам просмотра телевизора. Итак, разобрались. Ребенку обязательно берем с собой солнечные очки. Но как же их выбрать? Основные требования, предъявляемые к солнечным очкам для детей, это гипоаллергенность материалов, из которых они изготавливаются, безопасность, легкость. Обязательно берем с собой солнцезащитные очки для ребенка. И не забываем о золотом правиле. Не гуляем с ребенком с 11 до 17, в период активного солнечного излучения. Хорошего вам отдыха, берегите себя и своих детей.